в 2007 году в Бирмингеме на траве, кстати, выигрывала теннисистка из Сербии. 15-0. То, что решить 11 400 человек. Сорок 30. Может быть, обращали внимание на то. Ой, как здорово сыграла Елена. Маша отбила мяч после второго. И за спиной у Янкович. Мама Снежана и Рикардо Санчес. Тридцать ноль. Первый эйс. 91 миля в час. Первая под. Молодец. 15-40. Блестящий. Еще один удар на вылет. Пьер и Петрова. Из 25 по 32 номер. Пинетта, Кириленко, Сафарова, Сирена Вильямс, Гайдашева, Медина Гарига, Сканопи, Мартинес, Санчес. Нет Клейбановой. 40-0. Классно. Выигран гейм. Под ноль. 3-1 Шарапова впереди. Любопытные цифры на видеоповторе. Гейм. Еще один гейм на подачу. Янкович выигрывает. 15-40. Поторопился я. Тридцать сорок. Гейм выиграла Янкович. Счет становится 4. Выиграла гейм. Выиграла гейм за счет серии. Второй эйс. Второй эйс за матч. Сетбол. Да. К сожалению, пятая двойная ошибка. Двойная ошибка. Брейкпоинты. По 30. Вот залог успеха. Так можно. Аут. Брейкпоинт. Вот то, чего требует от Янковича. Выигрывает гейм. Янкович выигрывает еще один гейм. Попытаться все-таки поискать шансы. Угадала Лена. Смотрите, как закрыла левый угол. А сейчас не получилось. 30-0. 40-30.
Молодец. На геймболе эйс ставит точку в этой по 15. 15-0. Двойной брейкпоинт. В одну трансформировать, да, вот попадает. Сорок ноль. Полегче, полегче. Выиграла гейм. Выиграла гейм под ноль на своей подаче Шарапова, сравняла Елена Янкович. Ну, Яна Иванович, конечно, потому что это болельщики сербских спортсменов. Аут по 30. Очень долго. Я не говорю уже об ошибке. Брейкпоинт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не везет. Вот то, о чем я говорю. Нет. Еще одна ошибка. Коротко играет Маша. Красиво. Ай, молодчина какая. Был очень сложный. Молодчина. Молодец. Молодец. 4-3. Выходит. Умница. Делай. Пустить двойную. Молодец. Выиграла сет. На тайбрейке Шарапова выиграла вторую партию. Аут по 30. Как невнимательно. Да, проиграла гейм. Проиграла гейм и в роли догоняющая. Ноль тридцать. Двойная. Двойная ошибка на брейкпоинте, седьмая тоже говорит об этом. 15-30. Ой, какая ошибка. Ровно.
Шестой гейм выигрывает Шарапова. 30-0. Для того, чтобы досмотреть этот матч, я так думаю, что получила удовольствие. 40-0. Выиграла под ноль. Выиграла седьмой гейм. Вторая подача. Аут. Не прошел коронный удар. Ой-ой-ой. Ровно. Устала закончить. Нет. Не хватает внимания. Я... И еще одна двойная ошибка. Вот это да. Два подарка подряд. Две двойные, сделанные Еленой Я. Пустимы. По 15. По 30. Ну ничего страшного. С игры. И вот оно, последнее очко завоевано. Молодец, Мария. Просто молодец. Выиграла у Янкович шестой раз в своей профессиональной карьере. Выиграла финал со счетом 4-6, 7-6, 6-3. И стала победительницей турнира в Цинциннати. Турнир серии WTA Premier 5. Призовой фонд 2 050 000 долларов, извините. И выиграла очередной турнир в этом сезоне. Наши поздравления Маше.